Прокуратура
это работа правоохранительных органов. Наша, наверное, задача состоит в том, чтобы знать, почему самолет упал, сколько было жертв, какие компенсации, и так далее, и так далее. Вот такие вопросы. Права пострадавших, жертвы и так далее. Да. Нет, чей груз, это, наверное, нужно, но он должен быть потом. Почему упал самолет, каким образом так случилось, что вот пострадали люди. Кажется, вот такая задача. Я думаю, если какой-то вопрос вообще вызывает, почему президент, исходя из ваших слов, я понял, почему президент создал комиссию, потому что в обществе циркулируют самые разные слухи, и как раз по поводу возраста. Ну, конечно, мы прежде всего должны исходить из того, что 35 человек погибли, да, это по-любому стоит того, чтобы создавать эту комиссию, и оттуда исходить все цели. Точно так же есть принадлежность груза, почему это имеет значение, и повлияли ли, повлияла ли принадлежность груза на действия экипажа? Приобретает какое-то значение. Поэтому этот вопрос нужно исследовать. И по поводу компенсации, кроме компенсации еще есть же страховки. Страховка, то есть каков порядок, в каком размере должна была выплачиваться страховка. Кто потом получил эту страховку, кто не получил. Но это, я думаю, мы выясним, когда будем уже жертвы. Самих родственников этих жертв опрашивать. И я хотел сказать еще по поводу регламента. Вот я предлагаю прямо сейчас, это не откладывать, первое предложение прямо сейчас обговорить, да, чтобы потом просто там детали наработать. 2017 жылы Жамбыл саясий кыймылы бул маселени абдан көтөргөнбүз. Бүгүн жыйында президенттик инициативалар, митингдер болгон, жээнде дагы. Кимдер менен жалпы адамдар менен абдан көп көтөрүп, депутаттык комиссияга чейин мен атайын жолугушууларды уюштуруп ушул маселени өкмөттүк комиссия, депутаттык комиссия жана башкалар менен. Тилекке каршы ошол кездеги бийлик режим биздин облусту жабуу максатында мага кылмыш ишин козгоп, мен 1.5 жыл УКМКда жүрүп, соттолуп, камап жиберип ташташкан. Бүгүн бул президенттин демилгеси менен комиссия түзүлүп, негизги ушул максаттарын такталып, алдыга жылып, ошол 6 айдын ичинде эл күтүп турган жоопторду биз талап беришибиз керек деген ойдомун. Анан биринчи мен сунуштарымды айтат элем. Биринчи комиссиянын иштөө уюштуруу маселелерин чечип алды. Төрага орун басары, биздин секретариат ким болот, запросторду кандай алып жөнөтөбүз, запросторун убактылары кандай болот, ошолордун баарын тактап алсак. Экинчи, сиз айткан регламентти дагы тактап, сунуштап берип алды. Анан график работы, канча убакытта жолугабыз, 6 айга бөлөлү. Эске алуу менен маалыматты кандай алып беребиз, ошолордун баардыгын так жазып алсак, добуш кандай берилет. Анан бүгүнкү жыйынды текке кетирбей мен сунуш берет элем. Биринчи, эми Кубатбек Айылчиевич, мен өз позициямды кечээ маалымат каражаттарында да айттым, бүгүн да айтып коеюн. Министр чрезвычайной ситуации 2018 жылы вице-премьер-министр болдуңуз, андан кийин премьер-министр болдуңуз. Бул жерде маселенин моралдык жагы турат да, моралдык жагы. Моралдык жагы дагы. Конфликт интересин пайдаланып, моралдык жагы да. Эми биздин комиссиянын компетенциясында бар, биз баардык мамлекеттик органдарды, муниципалдык органдарды, атайын кызматтарды, күч органдарды, андан тышкары эксперттерди, катышы бар адамдардын баардыгын чакырып, сураганга, кайрылганга укугубуз бар. Ошол алкакты деле чакырып сурап маалымат алсак болот деген сунуш. Экинчи, өкмөттө ошол убакта иш тобу ким жетектеген, эмне? Бүгүн протоколго жазып эле азыр протоколго жазып убакты кетирбей. Ошол жактан доклад, толук бир адам доклад берсе, ким болгон курамында, эмне иш жүргөн, кандай
Ол, экинчи, түрк авиакомпаниясы кайсы иш топ сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Протоколдордун баардыгын көчүрмөсүн, расмий көчүрмөсүн бул жак алып келсе. Анан бул абдан маанилүү нерсе. Үчүнчү, депутаттык комиссия. Депутаттык комиссиянын мүчөлөрү ким болгон? Алардын максаты эмне болгон? Эмне иш-чараларды өткөзгөн? Протокол заседания. Кимине деп кандай жыйынтыкка келген, ошонун баардыгын алып келип берсе. Азыр бүгүн ошолор бар жазып, азырдан маалыматтар берип эле бизге запросторду керектүү кайрылууларды. Андан тышкары УКМК тарабынан эмне иш жүргүзүлгөн? Эмне жыйынтык болгон? Заключение, кандайдыр жыйынтык бизге алып келип берсе. ГКНБ прокуратура тарабынан анан эң башкысы ошол жергиликтүү бийлик Сокулук районунун администрациясы, мен так билем ошол жерде губернатор жүргөн, аким жүргөн, айыл өкмөтү жүргөн. Ошолордун ар биринен жүргүзгөн иштери боюнча конкреттүү бизге отчет даярдап берсе. Биз ал отчеттордун баардыгын таанышып чыгышыбыз керек. Себеби эми азыр биздин комиссиянын отурумунда да көп маалыматтарды айтабыз. Бар, биз аралашып өзүбүз менен жүргөн маалыматтарды айтабыз. Бирок азырынча ушул комиссиянын мүчөлөрү водный деп коет, бар таанышып бир сыйра анализ кылыш үчүн ушул маалыматтарды алдырсак, анан таанышып, андан ары жылып кете берсек деген сунуш. Рахмат. Уважаю каждое мнение. И сегодня я поддерживаю и вношу предложение все-таки утвердить регламент, определить цели комиссии, статус комиссии, форму работы, сколько раз в неделю мы будем работать, четкое время, потому что понятно, что все заняты, идет лето. Уже сегодня я слышу, что некоторые будут в отпуске. То есть быть членом этой комиссии большая ответственность. И я далек от мысли, что кто-то в эту комиссию, извините меня, рвался, просился. И каждый из вас, может быть, бы отказался. Но мы все граждане нашего государства, за нами люди, много вопросов. Полет длился 7 часов. Один день, и мы столько лет не можем разобраться. Цель нашей комиссии, я думаю, прежде всего, это истина, правда. Есть крылатая фраза «сила в правде». Давайте открыто, такая большая общественная комиссия создана, максимально, я не знаю, вот таких комиссий, не знаю, создавались, нет, в отличие от меня, многие здесь опытные члены комиссии различных были, где всегда были включены чиновники, представители власти. И это трагедия, трагедия нашего народа. Я бы разделил эту работу нашей комиссии, цели нашей на 3-4 направления. Прежде всего, это полет, техническую часть, техническую подчеркиваю. Почему, с какого государства, с какого города вылетел борт, куда направлялся, почему он у нас сел. Да, сел, тысячи самолетов садятся. По чьей имени, да, сейчас уже говорят, есть акты, мы же никто не знакомился с актом Международной авиационной комиссии. Ознакомимся, вина пилотов, значит, открыто скажем, была это вина пилотов. Есть еще аэронавигация, которая принимала этот самолет. И не только, наверное, пилоты, возможно, виноваты. Второй вопрос, почему наши граждане погибли, почему в такой зоне, будем говорить, были выделены участки людям, которые, значит, они жили каждый день под риском падения самолета. Ведь во всем мире есть общепризнанные нормы в зоне взлета-посадки не разрешаются. Значит, кто-то давал эти земли. Люди не виноваты, если им дали, у всех были документы. И третий вопрос уже касаемый экономической части. Кто хозяин борта, что летело там, какие товары, куда предназначались, какая часть долетела до конца, что здесь осталось. Я думаю, органы правительства, таможня, ГКНБ и органы должны ответить. Для этой цели мы собрались, чтобы на эти вопросы ответить. Открыто, публично. А если кого-то что-то не нравится член какой-то комиссии, ну, голосованием давайте решать. Но прежде всего я бы хотел разделить
техническую часть, трагедию и заключение тем людям, которые погибли, какая оказанная помощь? Средства были выделены, деньги, дошли ли они до этих переселения? Вот это все мы должны населению ответить, нашему обществу. И первое заседание, я думаю, мы сейчас определим, я как уже выше сказал, регламент, нашу работу, и будем продвигаться. И запросы все через МИД, я думаю, МИД, правительство, органы ГКМБ, МВД, всех мы должны подключать, в том числе и таможню. Тех руководителей, те, которые бы на тот момент руководили, ответственны были, подписывали документы. Желаю удачи нашей комиссии. По-моему, Асфальт, дополнение, я извиняюсь, то, что говорил, дополнение. Обязательно МЧС, все документы, которые... МЧС, как первый государственный орган, который был на месте, у них обязательно должны быть документы, фиксирующие документы. Это те товары, остатки, ну, полностью, да? Это необходимо для работы, запрос тоже отправить. И аэропорт Манас. Полностью архивные документы, откуда самолет. Самолет был грузовой, соответствующие сопроводительные документы должны были быть. Кто обслуживал, откуда летел, какой груз был на борту. То есть все документы, которые у них в архиве должны быть. Если мы сегодня запрос отправим, определим сроки ответа, то на следующее заседание мы уже... Чек из Нетанш Паштарезы Ботта для протокола, пожалуйста. Спасибо. Контрабанда, тактабель, панатилу, анам, пилот, атаус, робили чуем, арбера, дам, номеру, айвады, от вешки, шипшу, мишли, бада, казалохан, тот пилот, казалохан. Ушел чуем, ушел адам, дым, номеру, джана, хукс, булу, джана, дагле, калевал, айткетами, ушел, вот мы тут джоб, кашли, билик, или чуем, иштебилене, билик, спорсу, сатан, кандай, анкет, Конституцияны сақтады біле, жақызықшылық болды біле деген мәселе. Ошо 35 адамның тегелерінде дачасының тағдыры жөнінде жашыла, мәке, соның үзінде журналистер бар. Ошоның барын тегелетсе, ошо 30 жылдан бәлкі системалық коррупцияның күйі ашылатта, әнкені еш кімден жоқсызды болғанымыз. Бүгін де өрі атақ адамлар, билік адамлар үшін іштеш керек. Билік, екінші адамлар бірінші. Ошон үшін ең негізгісі бағыттарды таптайдық. Әнкені бағыт ұшыл адамдарды өмірі, право на жизнь, безопасность и безнаказанность власти. Системная коррупция, безнаказанность власти привела к тому, что сейчас мы создаем общественную комиссию. Ошон үшін бағыттарды біз етім мәді, ташылған үшістерға регламентті сақтап тұрып, анан жоқ кешіктерді айылайымыз жақшылап, іштешіліс керекті группа-группа болып. Ушел группа Альберт Мучудады, не слышал, когда они шли на пилотом, то есть нам за Шикмамата, и так Татары Дагаева, Эльге Джаван Дуджан, Ширин Адамбе. И Финчи Джактан, Альберт Мучу, Юзин экспертный группа Ларбин, топ только на дату Масалу, Анкин Генем Штешевскере. Мисалы, дача Сунан Берили, Вичеве Кишисну, Бизге Кошпой, дача Сунан Егин, Бизаева, Маки, Анармен Мушерду, Отрушевскере. Ошол дача суда канчак иши мүдүрө болсо, ошонун баары менен мынакей коллегам отурат Райхановсуларына. Ошо биринчи күндөн баштап биз документалдык фильмдер бар, болгон токой фактылар бар, и бийлик иштери болгондо да колунан жетелеп жакшылыктын тагдырын чечкенде дагы жылдап мынакей кыйналып келе атабыз. Ошон үчүн бул деген тагдыр жалгыз гана дача суу эмес, келечектеги жашоо кандай болот деген маселе болуп атат да. Ошон үчүн мен терең ишенем. Ташалган аябай специалисттер жана ошол процедуралар боюнча дагы суроолор боюнча мен дагы макул болуп дагы мындай жакшылап өзгөрткөнгө иштейлик. Урматтуу комиссия мүчөлөрү, биринчи маселе боюнча
Куат Алексеевич бойынша. Және кейін бұл комиссия орнату тұрғандар. Тарихи, исторический маңызы бұл. Бұл комиссияның бұл әрі ұшағы емес. Мұндан кейінгі ұшындай громкий іш, резонансный іш деп отыр азығына. Азырда орнатқан громкий. Рано или поздно, когда-нибудь, да, ушындай этап менен чиновниктер жоқ, журналистер, активистер, режиме онлайн, ушындай комиссия болот. Кыныш 40 жылда деген принципті дамызалай тұрған комиссия. Бұл комиссияға тарихтың, келешектің претензиясы болмаш керек. Ошондо бұрынды шығарып жүрсіңдер, ошол өкмөткөлө күбөнү жаап коюп басып кеттиңер. Не дали ему слово. Может, ал өкмөттүндө адвокат болсо болот беле ошондо депчи. Өкмөттүн атынан чыгат. Биз айтабыз, комиссия түзгөн эмес, ал особый мнение сорсо, особый мнениеси менен чыксын. Эмне коркобуз? Мен менен бул жеке ар бирибиздин пикирибиз мындай добушка ойлот да. Мен бул менин пикирим. А чыгарып койсоң ойло. Мне кажется, өзү деле по-моему чыгарып койсо деп ойлоп коюшу керек. Бай, мына керек жок мага. Соцсети тигип турса, булар мынтип алса, мага керек эмне? И тем более, я не знаю, каким он там боком может быть заинтересован. Уже ну там квартал чистый, мне на инфа тескерисе бизде арабстан жүргөнүн пайдалуурак дейм да, суроолорунда. Күнүгө эле, а эксперт катары бир чакырса, бир келет да кетти. А так, пожалуйста, мына мандай болот. Күнүгө сурасаң болот. Телефон мандай болот. Экинчи маселе. Жанары сиз Али деген жанары жарамдар көп билбей алды. Ал предел болбойт. Мин десе дагы эле чыгат, мен келишим керек эле. Ошондуктан мына ушул жерде бүт представитель бар. Жарамдык коомдуку бар, адвокаттыкы бар, журналистика бар, өзүн турасы маселе деп отур. Мына мамлен ошондо билесиң эле, самалык укугунтукарын дөңгөлөгүн жарып сабак окуп келишип, бул иши дагы өзүнүн бир базадан архив документтери бар. Анан запросту макул болсоңор жөнөтөлү азыр. Биринчи Динара айым айткандай, Генеральный прокуратураның өкілшілігі екі заседанияда келіп, бізге полностью информация берсін. Ошол генеральный прокуратураның берген информациясы справкасына барыбызға таратып берсін. Ошол жерде барыды болуш керек. Мен аны секретарьмен жазып қойбай жөнөтөм. Мавлан, сен айтқандай. Все, алар тергеген да, қайсы документтерді тергеген да, қайсы документті кого опросили, немне болды, чүпіт. Өкіметтің комиссиясы түзілген, алардың материалын алады. Жогорку кеңештин өкүлү чекештин комиссиясы алардын материалын алалы, алар докладчиктер өздөрү жок, алар жок, өкмөт өзү жок, өкүлү чекештин жакта биз просто документ, справканы алалы, ал жерде баарыбызда четке жазылган. Карап, баарыбыздарга таратып берип, мына Төлөкөнөй айткандай, ар бирлерин өзүнө кетиптер салып ишиңдер. Аны карап изилдеп, жана бир жумалык убакыт болсо, үч күндүк убакыт болсо, изилдеп, анан кийин ушул жерге келип алып, дальше сунуштарды нарашат кете беребиз. Анан бирок бул жерде бир маселе бар, жана тарыхый суроо. Бул жанагы контрабанда груз барбы, жокпу деген бул эң токтотор маселе ушул. Анткени буга чейин 57 рейс, ошол рейс болгонча чейин 57 рейс каттап келет. Мен Гонконг, Бишкек, Стамбул, Гонконг 57 рейс. Андан мурун бир ай мурун эки фура толтура контрабанда сотка кармалып атат. Аны фин полиция кармап, даже видеосу бар. Ошол тергөөчү азыр бар экен, ошол тергөөчүнү таптырып издетип атам мен. Ошо тергөөчүнүн оперативный, который задержал жана грузду. Он же на свой страх и риск поймал его. Потом его уволили. Ошону чакырып сурай эле, кантип кармады? Он кармап туруп, журналисттерди чакырып, жарандык коомду чакырып, ал общественностьтин жазып сурап айтып эле. Мына вот это повторяется. Каждый раз болот атат, кармаганда. Кармагандан анан уже журналисттер келди, коомчулук келди, парламентте биз кыйкырып чыгабыз. Айыл жок барып, камер отчет хранения салышкан анан ишке телефондор. Потом бир айдан кийин баары баары когда утихло, каякта барбыз? Жок. Барып каза ошол эки фураны бир кишинеке бракованный бир коробка салып турат. Кана десе сторож айтып мен кайдам деп. Кан сен аны алып кеттиң. Фин полиция айтса, фин полиция айткан. А мына соттун чечими ошол сотту табалы. Какой судья вообще взял и контрабандный груз отдал хозяину? Никто хозяин вообще. И ошондо, мне кажется, баары. А жанагы сиз Динараны айтпадыңыз го. Ошол по какой вине самолет кулады? Эгер ошол контрабанда болбосо, возможно, алар Алматадан эле направлялись. Эксперттер айтылды, вообще Алматы Гонконгтон келатканда Алматы выгоднее, чем Бишкекке келип тоже отправляться. Анткени биз гип жасайт да мындай, түз эле кетмейт деп. И тем более ошондо туман болуп атканда диспетчерлер айтыптыр, туман кеткиле Алматыга десе жок деп болбой калышкан. Почему болбой калышкан? Баягы мен билген маалыматын айтып.
потому что грузбар алматаға таштайды ғой, шынайы мәселе риски сұрақ қорқынышқа сәлшіні ошондуктан ушул запростор жөнөтөлүп регламент боюнча азыр сунушуңуздарды айткыла добуш кандай болсун простой большинство присутствующих болсун бул регламент 5 минут 10 минут болсун бул если кто то хочет особым мнением менен доклад менен выступлю десе 10 минут береби бирөөчө чыгарчы туура мага бериле мен өзүм айтам деп 10 минут 15 минут ошолордун баардыгын жазып алам анан бир комиссиянын бир үлгүсүн көрсөтөлү профессионалдуу улуктуу маданияттуу улуктуу баягы этиканы деген бүт баары регламентке киргизилет эгерде регламентте жок болуп калса эле чыр башталат андай эмес мындай деп регламент болсо пожалуйста регламент кара регламент кара регламентке бүт майда чүйгөн маселелерге чейин киргизип алам сунуштарыңыздарды письменный түрдө же озвучка кылып айта бергиле мына бизде протокол жазып алат да азыр эми мен атыңыздардан айтып берейин э мындай 30 тоннадай айтпасам капа болуп койсоңор эркин беле айым деп коеюн айым мырза өчүрүп койсоңуз микрофон өчүрүп койсун саламатсыздарбы биринчи ушул цель боюнча контрабанда или нет деген сунушту колдоймун я думаю то что основной вопрос который общественность задает это легитимность этого рейса причины почему это заправка или на самом деле там еще вы напомнили о том что результаты депутатской комиссии до конца не были проведены там стоял вопрос первый о контрабанде второй вопрос это контрабанда топлива еще не могли получить от акционерного общества МОНАС отчетность по продаже авиатоплива я считаю то что здесь просто думаю напомнить Если мы все сейчас будем обсуждать регламент, я тоже думаю, что регламент нужно сейчас установить, и там есть важный момент, это до какой степени нам будет предоставлен доступ к информации. Потому что многие акционерные общества, например, будут ссылаться на коммерческую тайну, будут говорить о законе, о предприятиях, которые не подотчетны перед общественностью, потому что у них есть закон, если не получают средства республиканского бюджета. Есть, например, гостайна. Некоторые органы могут ссылаться на гостайну, особенно силовые структуры, и могут не предоставлять там какую-либо информацию. А, возможно, какую-то информацию готовы будут предоставить, если, например, мы в рамках там, комиссии здесь будем держать. Я не знаю. Вот этот момент очень важный, потому что если нам не будет предоставлена в полной мере информация, а дальше уже мы не отметим свою собственную ответственность, что мы будем с этой информацией делать, очень сложно будет довести до конца нашу работу, потому что есть уже горький опыт прошлой депутатской комиссии. А еще напомню, что этот рейс до сих пор действует. Номер рейса ТК 6488 до сих пор работает. Да, это тоже вот... Да, я вот вчера проверяла, сейчас тоже проверила на сайте аэропорта. Вот Тетерген рейс номерева. Бул рейс дагы жатат да ошол үчүн цель то есть здесь коммерческая цель какая мамлекетке кандай пайда көрүп жатабыз бундан газоправкадан кандай пайда көрүп жатабыз мисалы бул керектүү ушундай газоправка май сатуу мисалы да мындан сырткары дагы Нурбек Акбаровичтин сунушун колдоп берем экспертная группа түзүү керек деп ойлойм ал жерге бизге авиация тармагына анализ керек импорт экспорт жана логистика тармагына анализ керек болот жана юрист керек болот деп ойлоймун ушундай эксперттик группага дагы 3 кишини кошсок алардын мындай голосовать эткени пикир айтканы укугу болбойт бирок бизге технический жумушту кылып бере турган эксперттик группа даярдап ушул иштерди киргизсек жакшы болмок деп ойлоймун анан конкретно уже технический бир сунушум бар эле ошол 2017 жылы биз иликтөө жасап жатканда мен ошол иликтөөнүн соавтору болгонмун менде элге чыгып калган маалымат бар болчу ошол эле гонконгтун департамент торговли деген бар ошол жерден бизге авиа жолу менен 6 ай период боюнча данный алган тнв коддору международный юнтрейд коддорунун тизмесин алган бүт ар бир наименование кандай көлөмдө кыргызстанга гонконгто тур авиа жолу менен кирген данныйлар менен алганмын эми ошол данныйды биз кыргызстандын данный менен салыштырып көрөлү андан сырткары динамиканы салыштыралы бүгүнкү күнгө күндө мисалы кандай көлөмдө кайсыл тнв коддор кайсыл товарларга употребление гонконгтон кыргызстанга кирип жатат деген дагы
салыш керек, анализдеп көрөлү. Динамика өзгөрүү болдубу? Мурда көлөм кандай келичү, азыр кандай келип жатат мисалы. Анан келгенден кийин булардын баары өндүрүш төлөмдүк бизге растаможка болгонбу? Кайсыл ресми келип жатат мисалы? Ошондо такташыбыз керек. Мүмкүн бизге ошол Гонконгдун данныйлары менен келген ДМВ-кодта народный товар народного потребления бизге келип жаткан, мүмкүн дал ошол ресминен келип жаткандыр. А мүмкүн ал транзит болуп туруп, бул башка жол менен, башка авиалиния менен келип жаткандыр. Ошону да текшерип көрөлү мисалы. Мен ушундай сунушум бар эле. Рахмат. Мен моундай максаттарды көрүп атам, мына баарын болчу. Ну, биринчи суроо эң башынан баштасак, мына жерди ким бөлдү? Ошондо. Азыр деле жашап жүрөт окшойт. Да. Экинчи контрабанда болуп болгон жок, ошол груз. Үчүнчү жакты чоңтулган 12 миллион компенсация и андан бөлөк дагы страховка ошол төрт максатка койсок ачык ошону айтсак управление иштеп калат. Анан кийин жанагы регламент боюнча сразу айтып коет мен сунуштарымды. Ну 6 ай эми указбекбекилген 6 ай жетиштүү. Эки жумада бир жолу чогултсак ушундай сунушум бар. Эки жумада месяц два раза. Да, бирок эми бир жуманын бир күнүн белгилеп коелу. Мисалы пятница, мына бүгүн эмне четверг. Каждый четверг через неделю. Жок, мында кыска эле каждый месяцтын 7-го и, допустим, 15-го. Ошондо жана сен айтып. Жок, ошондо. Динар. Каждый месяцтын 7-осу и 15-го кылып коелу. Хорошо, а это где бирайда эки жолу через неделю? Здравствуйте, бирайда эки жолу болсун. Ага. А нам сүйлөшүп алалы онлайн да. Биз уже 21-чи курста жашалдабыз, ошон үчүн онлайнга катышса болот деп, анан кийин ошол аппаратура ошондой тажрыйба да керек даже бизге. Үйрөтүш керек. Анан кийин кантип чечимдерди кабыл, бирок биз бийлик эмеспиз да. Чечимдерди кабыл албайбыз, бирок жанагы корутундуу заключенияны жазып атканда пункттар болот. Биз эң башынан эле уже ошол заключенияны жазып баштайбыз по идее, правильно? Анткени ал максаттарга карап заключение кылып ошого биз добуштарды беребиз. Ошону мен жанагы двумя третями, анткени комиссия двумя третями надо принимать. Менимче аким каршы болсо милдеттүү болсун особый мнениясын жазсын. Анан кийин заключение болгондо бир жаңы стандарт кылабыз, заключениянын ичинде дагы жанагы особый мнениялар болуп алардыбир бар ачык жарыялайбыз. Анан кийин жанагы методологияда боюнча бир ойлор бар, кийин мен азыр башын кийиштирип айтам. Мына уже Эльнур уже жанагы методология боюнча эле айтып баштады, анан кийин биздин жанагы статус боюнча айтылды. Биз решениебиз биздики эч качан бийликтин чечими болбойт. Биз мисалы комиссияны менен анан кийин ким комиссияны тагап силер аткарышыңар керек деп чындап айтсам айта алат. Бирок бул деген коомдук настоящий коомдук комиссия болсун. Насколько мы будем работать открыто, компетентно, да, насколько мы поставим власть перед необходимостью исполнения. Поэтому это больше вызов статус, это вызов нам. Сможем ли мы обеспечить такой статус, против которого они не смогут противостоять? Я все-таки считаю, что статус должен быть, потому что мы, наши решения, они должны же к чему-то приводить, какие-то итоги, какие-то выводы, когда мы будем делать. Если они просто останутся выводами, нашими решениями, без никаких результатов, тогда зачем вообще здесь сидеть? Мы сейчас говорим, что у нас решение завтра вызвать генерального прокурора. Вот генеральный прокурор придет, не придет, вот это же вопрос. Если мы завтра вынесем решение еще что-то там указать или обязать какой-то госорган там сделать то-то, то-то, это будет внести какое-то, это наше решение будет исполняться или нет? Мы так можем, знаешь, много там общественных решений принимать. Поэтому
Вот я все-таки считаю, что вот это обязательно нужно сделать. Потом по поводу встреч, я считаю, что первый месяц, или ну, май-июнь, мы должны сделать интенсивные встречи. Я предлагаю. Потому что сейчас будет много запросов, много материалов, нам нужно сейчас много вот этих информации собирать. Мне кажется, надо интенсивнее встречаться, а потом уже посмотрим. Как только мы соберем все материал, там уже будет видно, как дальше работать. Можно дополнить. Если на телефон WhatsApp группа отсылку, чтобы барать. Так, пожалуйста. Обязательно келгенде болуп, баягы жиң чыгарып кетүүнө абсурда кете турган. А бирки бир айда эки деп отпайбыз, эки жумада өзүнчө жанагы ар бир комиссиянын мүчөсү өзүнүн чыккан кызыкчылыгын көтөргөн маселелер боюнча иштесе болот, же эки үч член комиссия өзүнчө иштесе болот. Жалпысын айтып отурабыз, анан жалпыны бүтөбөсөк эмне 8-6 айда экиден болсо 12 заседание менен бүтүп коебуз. Ортосунда күндөр бар да, азыр зум менен иштесек болот, онлайн иштесек болот. Жанагы ушунун артынан жанагы сунуш берет элем да, мисалы зум менен иштесек, жанагы комиссиянын статусу деп отурбайбыз. Указда баары так жазылган, оказать содействие деп. Ошол указга такап туруп эле бизде ошол органдарды убактысына заранее биздин секретариат уведомление берип койсо. Зум момундай болот, 10-да болот, 11-де совещание болот. Анан биз өзүбүз койгон маселени көтөргөн комиссиянын мүчөлөрү келип ошол маселени көтөрүп дайындап, анан биздин сессионный общий заседанияга жанагындай алып келип бекитип алсак болот. Рахмат, ийгилик кылайын. Мен мисалы үчүн күнөгүчтүн. Биз сессия жөнүндө айтып атабыз. Жумасына айына эки жолу чогулабыз. Атап мен күнүгү иштем, мына бул жерде кабинет бар, үчүнчү кабинет, любойма эртең менен келип кечке отургула, келип кетип тургула, маалымат, например, келип аны бул посидит, келип иштеп тургула. Просто в рабочем порядке комиссия, мисалы комиссия ар бирибизге тапшырма берсе, мисалы бизде мисалы ташуп, жума сессия деген бул мындай, тууганда сессия бул коомчулукка жана Нурбек айткандай отчет берип режими онлайн стенограмма менен айтып атабыз, мына коомчулук көрүп атат. Рутинный работанын баарын эле чыгарып атабыз, аны эле чакырабыз, сүйлөйбүз, сурабыз. Пошуталап коеюнчу мен Тимур. Райда. Элнура, тур айтты да. Кээбир ушул иште мисалы жана ГСН бар, фирмалар менен келишимдер түзүлгөн, аларга үстүнөн иш козголбогон сай козгол элек эч ким запроско жооп бербейт да. Они будут ссылаться частный эмелер бар да өзү мыйзамда. Ошондуктан мен ойлойм, бул дачасы боюнча иш козголгон болчу, бул эмненин негизинде жабылгандыр, значит болот элек. Бул ишти козгош керек дагы. Бул президенттин жарлыгы болуп аткандан кийин эң биринчи биздин ишибиз жылап турган болуш үчүн төрага, комиссиянын эме жетекчиси бизге тергөөчү керек эң көбү жагынан. Ушул ишти козгош керек дагы азыр. Ушул иштин артынан биз деген кээ бир Элнура айткан запросторду через тергөө аркылуу алышыбыз туура келет. Кээ бирөөсүн бул президенттин жарлыгы да. Бул бизде полномочия бар. Экинчиси, биздеги мисалы мыйзамда мындай нерсе бар, жанагы ханды жүктөп атпайбы, мыйзамдуу мыйзамсыз мисалычы, бир эле ушунун алкагында иш кетип атып, бул уголовный делода уже 2-3 эпизод болуп кетет. Мыйзамсыз жүк, мыйзамсыз келди, анан кийин тетиги аэропортто технический транс болгонбу, летчиктин күнөөсүбү мисалычы. Бул өзүнчө эпизод болуп кетет буга. Любой тергөөчү биякта мындай адвокаттар деп бар, буга эметип кетет. Бир эле мисалы ошол кандуу жүктүн артынан 3-4 эпизод болуп кетет. Эпизод болуп кетет. Мисалы ошол эле учурда самолет кулап бүткөндөн кийин жанагы МЧС биринчи кирди, ал жака кумдар ташылды, өкмөттө монча акча кетти, ал бул ошону биз запростун негизинде
ошол тергөөчү бүт алыш керек дагы, МЧСден акча которулган бой өкмөттө, мисалы 20 кобанын ордуна 200 коба барды. Анан же демо булардын баары ушу эпизод ретинде кетет. Биз төрттө мастер менен ойлоп коюшубуз керек да, ошол канды жүктү, биринчиси мыйзамбы, мыйзамсызбы, экинчиси же биринчисине коебузбу алдагы мыйзамды келген. Анан үчүнчүсүн бул жерден жана чогулган акчалар боюнча, төртүнчүсү ошол өкмөт тарабынан эмне иш чаралар өткөрүлдү, көп болсо бешинчиси алдагы жака биз айтып атпайбызбы. Ошолор жашап атканы мыйзамдуубу, мыйзамсызбы деп дагы бир мүчөлөр азыр айтпады. Ал биз карапайымга биринчиден жаман көрүнүп калабыз, экинчиден деген ал жер дача. Дача ал жер. Анан бүгүнкү күндө ошол самолет именно учуткан полоса азыр благодаря жаңы муун кыйкырып отуруп бизе мынатын учурбагыла деп отуруп ошолорго даже үйдү алып беришкен, эметишкен. Мына ошол 102 миллион мисалы, 112 миллион деп атасыз сиз. Бүтөсү. Азыр бүтө. Токотер сунушумду айтып. Мына кем бул? 5 вопрос коюп коём, болду бүттү. Бүттү. Все. Регламент эметип коёлу, канча убакыттан, канча жолугабыз, канча саат ушул бекитип коёлу. Кем бул? Биз материалдын барын алып беребиз. Азыр жанагы Эльнур айтпады го. Бул все будут ссылаться на некий свой отраслевой закон, и будут отказываться нам представлять информацию. Указ президента окусан, а жерде бар, всем давать. А эгерде болбосо, мен өзүмдүн укугумдан пайдаланып, мен через органы, следственный орган алдырам. Например, какой-то акционер вам что-то коммерческая тайна десе, раз мы не имеем права, ну тогда хорошо, тогда вам следователь придет. Мы сделаем допрос следствия, а следствие следственным поручением нет, она эльди комиссия. Эльди нам начала досы. Тергөөчү алып койду. Арыз жазып коюшуңуз керек сиз. Ушул ишти кайра жандандырыңыздар. Алы жандандырат. Биз жыйынтыгын чыгарып туруп бергенден кийин жандандырмак болмойбуз. Азыр должны катарып болду. Бул эртең баарын адвокат чыгат. Албетте сурак болду. Маани анын дооролойбуз. Анткени тайна дегенде ал деген мыйзам надо, мы должны вас уважать же тайны, да? Речь идет о том, что по каждой из информации есть свой алгоритм работы. Да? То есть если мы имеем доступ к какой-то государственной тайне, да? То, естественно, мы уже как бы несем ответственность за ее сохранение. Да? Другое дело, что просто у нас практика органов такая, что на самом деле они секреты. Да? То, что не надо секретить по закону, да? То, что распространение, которое не угрожает интересам безопасности. Вот в этом отношении, конечно, мы можем опереться на указ президента. А так, чтобы общество не подумало, что это такая комиссия, если комиссия создала, там все, короче, можно из... То есть, скажем, ну, сколько рейсов нам просто говорят, да, 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 то есть это не угрожает. Там можно там, ты тут хандай, Но тут еще просто, я даже готов вот взять на себя вот вопрос безопасности, потому что любая тайна, она имеет определенные пределы, да, потому что когда 35 человек погибает, да, даже коммерческая тайна, любая, даже государственная тайна, ее пределы уже сжимаются, да, это конституционный принцип. Поэтому вот я просто не хочу, чтобы в обществе такая мысль возникла, да, что вот что хотят, то и делают. Ну, видите, что нет таких тайн. Да. 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 Можно? Я хотела по цели все-таки еще один раз сказать, что ограничиваться только грузом, ответом на вопрос, чей груз, нельзя, потому что мы должны ставить четко вопрос. Нам нужно расследовать именно действия властей, которые либо бездействие, которые привели гибели людей. И здесь вот я абсолютно согласна с Тимуром Мурзаевым по поводу нескольких задач, нам нужно определить. В том числе нам нужен вопрос, связанный с гонениями на того же гражданского активиста Мавляна Скорбекова. Если он хотел открыть информацию, за что вы были гонения, нам нужно порекомендовать, чтобы возбудили уголовные дела на всех следователей, РОБД и так далее, которые как раз за то, что гражданские активисты понимали этот вопрос, и он был под следствием, нам нужно призывать к ответственности всех следователей, вообще всех вот уровень, скажем, не должностных лиц сколько даже, а именно тех, кто принимал решения на своем, ну, скажем, среднем уровне звена и так далее. Потому что нам нужно и, скажем, эффективное действие властей во время крушения. Как действовала скорая помощь, как действовала пожарная и так далее. То есть, потому что это может случиться в любой момент, и нам нужно, мне кажется, именно те ключевые моменты, которые идут от самих пострадавших и их семей. Как, что было? Не в целом, конечно, весь алгоритм такой комплексный, да? А именно о чем они говорят. И о помощи, прозрачность, подотчетность. То есть, мне кажется, чей груз — это один из задач, но один из основной, но он один из. Поэтому нам не нужно очень ограничивать себя только ответом на этот вопрос. Спасибо.
найти тех, ну или найти, скажем так, поднять вопрос о тех официальных органах и лицах, которые намеренно препятствовали открытому расследованию крушения вот этого самолета и гибели. Так, контрабанда, компенсация действий властей. Компенсация действий властей и... Предложение. Дача судара, дача рамадана. Как это сформулируется? Формулировка сменена. А ладно, действия властей еще с Москвой. Как должны быть действовать, как действовать? Это по каждому вопросу будет. Давайте мы сформулируем, предложим практики, а мы потом уже добавим. Что, бір мәселені де ұшқырек пай? Алжерді азыр адамдар жашап атады да. Ошыл орның тағдырындағы чечу бойынша ұсыныстыр ішілді. Ақты мәселе ұшыл болсын. Енді ол, башқа жақтан жер беріш керек өкімет, қанды чечет. Дағдыры ұшыл қорқынышты жер беріш керек. Презумпция невиновности дегенде, если алшпайык, аркене биздин, мисалы бияктар, бирдемен уксам, а все контрабанды деш керек, рекомендация осы керек, предлагаем рассмотреть. Парламентта комиссия түзүлгөн да, анан ар бир депутат, мен комиссиянын мүчөсүн деле, помощниктерин эсептеп алып жана жолдош депутаттар сүйлөйт, камничи болчу деп ошолдон. Андай болбош керек, ошондуктан менен баарына бирге, по-моему, бир да адам жок, андай бар болбол, мен комиссиядан келдим деп. Кирисовый. Бир киши барса, комиссиядан келдим десе, алар кирисовый болот. Бар, тиги коллегиянын органына кагазын алып келип, а мы все будем здесь оформлять запрос менен болуп менен. Силер бересиңер ма? Мен кол коюп жүрөм. Мен да кошумча. Бир нерсени баса белгилеп коюпчу. Президент жазды, үйлөшүп койду. Тергөө өтө жай жүрүп атат, эми сабатта жүрүп атат деген сыяктуулар. Мен болжойм, алардын колунда том-том иштер болушу мүмкүн. Биз баса белгилеп айтканга, тергөө купуялууна карабастан, ушунун баарын алып таанышыбыз керек да, анткени журналисттердин могу жетпеген иштери ошол жерде. Тергөө купуялуулугу дебей башка маалыматтарды бардыр. Эгер анын ичинде дагы өтө секреттүү болсо, анда балким кээде жабык өткөрүүгө туура келет. Регламент кошом кири форму. Кээде жабык өткөрүү бир журналисттер ушундай болгон следственный органы мындай кабылдыки закрыли, прекратили, эч коргогон жок салды. Анан таможнянан жетекчилигин чакырабыз. Ушул прокурорубуз менен таможняны энтип болуп коет. Ошо менен чакчайбыз. Прокурорубуз эки саат турабыз, таможняны эки саат турабыз. Кандай эле? Анан дальше ар бир баа тоого чыккандан дагы тоо көрмөндө кетирет. Анан эмнеке болмо. А мен последний запросторго алып берем. Жооп кеңештирип, Мавлян Следний комиссиянын принциптери бар бе? Аны алып алабыз. Өкмөттүн комиссиянын жыйынтыгын алып алып общий. Кошумча. Кошумча.
ушел комиссиянын тергөөнүн материалдарына запрос кылганда мен Гонконгдагы запрос менен кайрылсак деген сунуш киргиздим да. Кайсы каналдар аркылуу жасалат билбей, мид аркылуу жасалабы, ошол жактан дагы маалымат алсак. Мид жөнөтөт. Алар Дастанович, бүгүн протоколго жазып койдук болсо, мүмкүн болсо 102 миллион сом элдин жардамы чогулганда өкмөт, айыл өкмөт менен ошол акчаны элдерге бөлүп берген. Ошондо алар тизмет түзүшкөн. Тизмет. Ошол тизмени алдырышыбыз керек. Ошол тизмени алдырышыбыз керек, себеби ошол 102 миллионду биз дарыг талабыз да. Өкмөт анан Чүй обл. Администрациясы, Сокулук айыл өкмөтү, акимият ошолордун баардыгы азыр ушул запросту өзүнчө жөнөтүш керек да, ошо тизмени берген 102 миллиондун дарегин табышыбыз керек да, бул маанилүү. Экинчи сунуш иретинде май келип калды, бүтөрүн 2 жума калды. Мен сунушту айтып элем, май 2 жума, июнь 4 жума, жума сайын жолугалы, июль, август бир айда бир жолу жолусак болот, поездки деген мындай болот, анан сентябрдан баштап интенсивдүү иштегенин көрсөк болот сунуш иретинде. Экинчи биздин отурум 2 сааттан ашпаса, 2 саатты чегерип койдук, себеби биз пландаштырабыз да жумушубузду. Мен азыр менин эфирим бар, сиздердин жумушуңуздар бар, келип анан 3 саат отуруп кетпегендей болупчу. Келдик, мы точно знаем, что мы 2 часа здесь просидим, проработаем. Ошол сунуш, үчүнчү кийинки сунушум, жолугушууларды пландаштыра берсек, Алмазбек Насырханович, у нас есть май, июнь встречи, июль, август, я думаю, встречи проводить не сможем, а сентябрдан арты көрөбүз. Азыр ошо май менен июньдүн кимдер менен жолугабыз, ошону белгилеп, алдын ала чакырууларды жөнөтүп сүйлөшөбүз. Сунуш биринчи дачасынын тургундары менен жолугалы. Же ушул жерден жолугалы, же ушул жактан жолугалы. Биздин эртең менен ушул жакта элдер менен жолугушуум бар. Мен ушул жарык чыккандан бери алар менен сүйлөшүп атам, мен ага чейин деле сүйлөшүп турам, такай байланыштырам. Мен эртең алар менен жолугушуум бар. Бирок мен ошо сунушту айтып элем, ушул комиссиянын мүчөлөрү баардыгы ошол элдер менен чоң залда, же ушул жакта, же ошол жакта жолугушуп уюштурсак, бул сунуш иретинде. Экинчи, авиакомпания жана айтып кеттим эле, авиакомпания менен ким сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн, алардын өкүлдөрү ким? Ошолорду бир тактоолуп бул жактан анан авиакомпаниянын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөзөлү. Расмий. Эми ал жактан позициясын билейли, эмне болот, кандай болот, сүйлөшөлү. Биз сурап алып аткан жокпуз, ушундай коомдук комиссия болуп атат. Чой жак, экинчи жакты да улайбы деген сунуш да, бул экинчи жолугушуу. Анан мен ошол биз бул маселени көтөрүп атканда мен Турцияда юридикалык компаниялар менен сүйлөшүүлөрдү баштагам. Мүмкүн ошол Турциядан дагы биз юридикалык компаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, азыр биринчи маалыматты угайлы, анализди көрөлү, ошого жараша вопрос о компенсации. Мен мына маалымат каражаттарына биздин комиссиянын мүчөлөрүнө да эскерте кетейин. 2 ай өтпөй ATC авиакомпаниясы 36 миллион доллар компенсация алышкан страховок. Биздин жарандар бүгүнгө чейин ала элек. Мына ошолордун баардыгын акстайсы тактайлы, сүйлөшөлү, авиакомпания менен жашакай чакыралы, маалыматтарды берсин, алардын маалыматы угайлы. Ошолорду сунуш иретинде кабыл алып койдуңуздар, себеби азыр май, июнь индексинде иштешибиз керек. Анан результат болуш керек да, анан жөнгө барып баягы жараны ачып эле анан биз ушундай болуп атабыз.
Мне кажется, такая трагедия. Комиссия болуп бар, анан бирөө алса, үч киши барып койсо, таман кайда жүрөт деп организованный болуп жатат. Мен кечээ күндө комиссиянын мүчөлөрү ал жерден мен 60-ка жакын айылдаштарым жашайт. Мен буга чейин да сүйлөшкөм, ошол убактыда сүйлөшкөм. Аксылыктарбам кечээ күндө сүйлөштүм. Көбү дыйканчылыктуу уже талаарга кетип калышыптыр. Мен барып жолугам деп кечээ ойлогон болчумун, бирок тилке каршы бара алган жокмун. Ал жерде биз азыр биринчи маселе регламентти тактагандан кийин эле жана запростор жөнүндө Кытайга бул жагын көп чыгара. Ал жердеги элдин көйгөйү мына эл болсун дагы көйгөйү контрабанда менен эле жана элден жолгон акчалардын баягы туура эмес бөлүнүшү отчеттун мамлекет тарабынан бийлик тарабынан берилбеши да. Анан ал кырсык деген кырсык да. Ал биз албетте комиссиянын баары ичинде бактылуу иликтерин айтылат. Бирок элдин оозундагы бүгүнкүдө баягы эл деп баягы бүйрүн кысыткан маселе суроо бул контрабанда. Андан кийинкиси компенсация маселеси. Анан ооба анан бийликтин дагы ошол кездеги иш аракеттери жоопкерчилиги ошого карашыбыз керек. Эми туугандар эмки заседание канчасында болсун календарыңарды карагыла эмки жумада чогулабы эмки жумада 19-нда баягы четверг экен да саат 2-де ушул жерде да турам жанагындай тартип менен иштейли мавлян мырза айткандайчы эки ай интенсивдүү иштейли эки ай бир жолу жолугуп анан кийин сентябрдан баштап интенсив эмки регламент болот да эмки мына 19-нда уже регламент күчүнө кирет туугандар ага чейин бүт жазгыла а бул жерден айта бербейт мындай аны мына муну мына давайте бул жерден да билинип калат ким жөн эле айтып кетип калат ким жөн эле жазгыла немеге почтага я думаю бул инкомпетенция адамдарсыңар по моему это будет образец комиссии бирге жазалы секретариат дайте нам онлайн катышканда дагы статус такой же, как и явки сделали, чтобы на каникулы, на лето, на сезон не смотрели. Предложение. Секретариат. Тогда давайте сделаем так. WhatsApp. Завтра же я отправлю вам на электронную. Драфт. Потом Динара. Барнер, жана барбо. Кушкала смогут меня. Кызыл меня, гок меня, карал меня. Первый, второй, третий вариант. Маку бу? Ана Нурбектин айткан сунуштарын киргизебиз. Алинин айткан сунуштарын киргизебиз. Ана мен айтып коем төрагатар. Мен бир да маселелерди жоктоп айттым. Бардык эмнен айтсаңар, даже внутри я буду считать, что это чушь, аны да киргизебиз, чтобы не было ни у кого вопросов. Анан кийинке мен башыман жалап өтөм, айтат, а мен ушунтай тоже ушул жерге дагы объективдүү болмокту. Макулбу? Так, анан азыркы атайчу. Жанагы добушка коюп чечип алалы. Мавлан Аскарбековду мен эми адамбыз да эми кээде болотундай кечигип калып мен келе албай калдым, модератор болуп кой десе макулсуңарбы жанагындай? Вот такая чифт. А, вот такая чифт конча. И мы...
Егер де қуалча тиіпті шығарып қойсақ болғанда, оқсаңа мен шығарпай әлі жақтар. Просто келмей. Мен емес, постоянно действий. Эксперт болса, эксперт болса қатышпайды, үшер заставить, у нас как барбай. Он с удовольствием уйдет. Вы же назовете, вы его назвали сначала. Ты будешь этим, то есть ты все грехи на нем повесишь. Еще скажут, теперь будешь работать экспертом. Он будет работать? Он скажет, да, знаете, ребята, Амана Галабова. Посмотрю, как вы сейчас делаете объективно без меня. Наоборот, Гирьяна так, что... Потом вот давайте интервью еще. А, Булат Джанеля, бизде, это бизде, вы не говоришь, керек. Бизнесе дух пайт, собрали, собрали. Башта брата. Там вообще, бұл ішінің бәрі, жылмай жылдан бәрі. Знаете почему? Постоянно всех министров чистили, он остался. Потому что единственный, вот, мен өзіне айтқанымыз, единственный не в парламенте, он всегда был, как, верно? Да. Да. Порядочный адам оказывается. А жақыннан іштесінде дұрыс, айтасын, то самое... Доушкалған көйін, керек көйін, да? Анткені бұл қолымды комиссияда берін ана жарандық артистер, ана журналистер болсын. Жоқ, ана указ, указ шықты да. Ошыл болса да, нұрмын күйтесе. Ана указ көз 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 просто моральный жағын айтып отырмын деп мен айтып отырмын. Емне де, емнен айтсаңар мен жоқ деп. Просто мен адекватты, ақылды адамдар. Дай. Қуатбек Әлжиев, мен жеке пікірімде біздің комиссияның құрамында қалыш керек. Біз бұл кішілерді ова башынан бастап білеміз. Егер репутациясы болғаннан болғанда да біз санчамыша үкімет санасат болу керек. Бұл жерде мәселе болушы керек. Хорошо, если почувствуем, что это неправильно, тогда попробуем. Если придет дом, байказак, деструктивный говорит. Бизнес я должен сказать. Без сөз болып кеткен бе, ошол уақыттары өкмет мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги кагылат дегенде, ал жерде мисалы компенсациялардын бөлүштүрүлүшү боюнча жана башка маселелер боюнча. Ошол учурда биз Кубатбек Айчиевичке суроо берип калбайбызбы, андай эмне болот деген эле маселеде мен мисалы үчүн ошол учурдагы чиновниктердин арасынан эң урматтаган адам Кубатбек Айчиевич. Так эме кеп жок, болору биз өзүбүздөн өзүбүз ыңгай сабалга калтырып койбойбузбу? Биз суроо бербейли өзүбүздө суроо эмес финанс боюнча. Кана акчаны? Бул киши айтат мен жөнүндө. Анда мен сунушумду кайра катта алып. Болду, рахмат. Эми ушинтип анан туугандар мен дагы маселе. Изначального ерге кандай отурса, ошондой математикада бар го, кривая дейчи, барган сайын азыраак кетет. Ошон үчүн изначально баарыбыздын максатыбыз бир эле. Ушул биздин контролдогон бийлик эмес. Мурунку комиссияларды бийлик контролдойт. Ошон үчүн аны бир ангажированный, их вызывали, мындай болгула, тигиндей болгула, көпчүлүк менен анан чырылдап эле да для фона жарандык коомду кийип коюп, чырылдап эле калып калсаң туурабы? Добуш менен добуш. А бул жерде наоборот, жерде по-моему 100% люди сидят, которые больше никого здесь ничего не заставишь деген. Анысынан эле максимально объективдүү. Кандай болсо кудай карап тургандай баарын кандай болсо ошондой жайбанасын жайып беребиз. Анан статустун айтып атпайсыңар жана Динара суроо бербедиңер аткарабы аткарбайбы. Мунун саясий мындай моралдык күчү аябай күчтүү болот бул комиссиянын. Анткени бул элдин мындай маанайына чыкты айтабыз. Мына бул мындай болуптур. Бул жана айым айткандай бул органдар ошондо биз действовали, компенсация мындай болгон, медиктер мындай болгон, МЧСнан сенен ким Тимур айтты, МЧСке бөлүнгөн акча оң кол эмес, бир колго келип алды дегенде ошонун баардыгы пункт кылып 10-20 барактан комиссияны жасабыз. Баарыңыздар пока баарыңыздар макул демейинче мы будем все время это дискутировать. Сен азчылыкта калдың, сен деген это эң конфликт ошол. Зачем так? Надо все судить. Авиация командалдарды сипер баз авиациядан элдар арзымат туркочу арзымат секретариаттын жетекчиси арзымат телефонун баарын алып калгыла кабагын түйгөнү менен вроде такой жумшак жакшы адамдар чыгып калат анан аппаратта мына биякта үч киши отурат тияка эксперттер гражданская авиация биякта 4 киши отурат даже специалисты по лётным вопросам и бүтөкө тияка отурбайбы специалисттер экспертная группа жетекчиси азамат через азамат да будем заключениялар калтырабыз а министерство транспорта булардын курамына жылды кирет аэропорт кирет
гражданская авиация, навигация, то есть структура большая же. Но цифровизация до свидания, да, не надо. Потому что он барды, бізге, дергомберет, рабочий орган был. Она не имеет. Если бы бізді бюро, запрос берли о себе, был президентный указ. Президент уже обязан, өзі біз калпырынге. Ам біз айтау, что мы создали комиссию вашим указом. Емі сіз түзгон комиссиям, директору бізге ешкім келбей етар, прокурорын келбей етар, дегенін келбей етар. Тұру, то есть президент сам должен быть заинтересован, чтобы, ой, түстің бі, давай, барғыла. Емне осы айтып тұрғыла, отчетін бергіле, малыматты сұрағын бергіле. Если это запрещено законом, анда законды жолын таптыла, жанағандай. Кол қойдыру, я не знаю как. Просто я предлагаю законным методом подходить, не авторитетом президента. Мен, эми мындай да талашайын деп айткан жок, эми бул законный методом болсо берип койсо. Указда жазылбайт. Мамлекеттик органдар. Указ высшей коммерческой тайны, правильно или нет? Я не юрист, из-за этого вопрос я поставила. Мы ни о чем спорим. Давайте вот так, по ходу пьесы. Если какой-то орган не даст нам запрос, вот будем сидеть и думать, именно лава. Закон берите бербей такие. Не будем решать. Зачем перейти по раузу? Тура? Ну если брю бербей раса, айтхла, вот такой запрос. Гельбер алтейну. Что будем делать? И будем думать, мы же не глупые, будем думать. Может, цена. Один вопрос. По факту будем решать. Любой вопрос. Вот один вопрос. Я все-таки думаю, что Марчелу, что мы запрос сейчас именно. Мне кажется, это все должно быть через решение комиссии общей. Не так, что каждый там сейчас будет самоуправством заниматься. Регламент-то четко. Регламент-то подписывает председатель запрос. В отсутствие председателя заместитель председателя. Тура уж не было. Она на арбитре розыгрыш запросила в бардак он подал. Нет теле урозы. Чермен да все. Дюнеле толпы. А он это спрашивает, если можно. А потом Магала Газира, мы брюк ворога джакты. Любой запрос. А он это спрашивает. Я просто хотел пожелать плодотворной и эффективной работы нашей комиссии. И в процессе работы очень важна систематизация нашей работы. Систематизация, четкие задачи, четкие сроки, четкие запросы, анализ, заключение. Это очень важно. Сегодня было озвучено очень много предложений организационного характера, предложения в сфере запросов, какие запросы мы хотим получить, какие заключения. И было бы хорошо два часа, то, что я предлагал. Я извиняюсь, просто я очень стараюсь всегда держать в порядке свое время, тайм-менеджмент, да, планы ставки лишь ночью. Поэтому у нас остается полчаса. Было бы хорошо, если мы сегодня резюмируем, подготовим план работы на следующую встречу. На следующую встречу. То есть мы должны уже знать, через неделю мы что будем рассматривать и как. Поэтому очень важна работа вашего секретариата. Я предлагаю все предложения, озвученные сегодня, систематизировать. Сейчас подвести итоги, после какие запросы, тоже мы говорили, какие запросы и сроки этих запросов. Я также предлагал встречи, то есть систематизация встреч, когда НЕО пошел в Дарбюсюрюшу-Лалы, и я думаю, уже следующая встреча, сегодня, если решим, то, что я предлагал, май, две встречи обязательно, четыре встречи в июне, и по встрече июль-август, и далее уже более интенсивная работа. Это мое пожелание, спасибо. Азмат, Жаназар, бүгінгі запросы бойынша, ертең мен сағат 10-да келем, 10-да келгенде мен бұл кабинетте, ты мне занесешь, мен барын қолымдай, запросының барын сіздерге WhatsApp группаға жүнетем, WhatsApp группаға. Сіздер уже запросы барын, өзіңіздің редакционный характер белгілі. Я так хочу, деп, анан 10-да тұрып қайра жүнетеміз, окей? Так, Эмкиге чакырасыңар генпрокуратурадан Динара айткан. И ана таможня мекөнү кылат бесаптын бесаптын. Пока запростор келгиче Эмки окошко окуңуз. Еще решение комиссии. Ана алдырып, анын материалдарын таратты. Динара. А мы сразу берем. Я предлагаю драфт регламента, вот мы можем Иркина, я Бурбек, еще есть, подготовить примерно. Нет, секретариат тоже ДНС, но мы накидаем свой вот драфт.
регламента и скинем. Давайте, вот до следующей недели, чтобы Инки Джуна, да, утвердить. Я вам счет. Нет, вот вы уже комментарий дайте, мы же выкинем. Да, завтра почта на Мендрафтин. Вот. Мы вам скинем, а вы уже там комментарий дадите. И кричите, вот у нас просто следующий четверг мы уезжаем. Вы у нас выяснили свое мероприятие запланировано. Там мы уже есть сказать. Меня тоже ждет. Может быть, мы хотя бы в среду сделаем. Один раз. А пятница? Да. Среда, да. А, пятница? Да, пятница. До выходных. Ханелла, Ханелла. Давайте в среду. Предложение, уважаемые коллеги. Я, в принципе, с пониманием должна отнестись. Первую... У нас первая встреча, вторая встреча, но мы должны выровнять свою грань, очень важно. Потому что мы должны всем сказать, всем желающим, журналистам, общественникам, международным организациям, всем сказать. Каждый четверг, 2 часа, по этому адресу заседает комиссия, общественная комиссия. Поэтому я поддерживаю Зинаиду Рамазановну, если в следующий раз есть запланированные поездки, в среду перенести, а вот уже через, уже выпрямить, наш график и только в четверг 2 часа встречаться. Гель. Да, мундагы сахандай. По биржума жана бир акча жазып запрос. Азыр госоргондорго баргандарга запросту сразу беребиз. Алар иштегиче бир жума. Эки жума. Неме кылбайбы? Бо 12 экен 23 понедельниктер сахандай. Туура. Потому что я вас уверяю, азыр берсе 3 күндө аны топ. Да. Да. 23-нде саат немеде. Бүттү практика келебиз. Бирок туугандар, режими онлайн. WhatsApp'tan işte verelim. Grupanı bugün söz, sen sağ ol. Grupa tutuyorlar ve sen administratörü çağırıyorsun. Gördünüz mü? Doğuş koyalım mı administratörü? Girelim mi? Doğuş. 23'ün oyu koysanız 26'ı 4'ün oyu koyalım. Ne işte? Ну, в принципе, да, можно. Нормально. Бу не жылдарлыкта. Не, подожди, сейчас что, среду не будет, четверо? 23-го, потому что материал чтобы не вопрос. Да, и заодно как раз помощня. Там можно у вас прокурорлаш, регламент хабарлаш. И дайырма сөйлөй. Але, интервьюлар боюнча. Интервьюлар боюнча негизи комиссияларда мындай алда, бирок мен ага каршымын. Анан ал берсин, бул берсин. Калганын ары бирөө дейт. Болгондо эми ар бир адамдын өзүнүн деңгээли, абийири бар дегенде, эгерде туура эмес сүйлөп алып, туура эмес айтып алып, туура эмес общественность будараш болсо, общество сөзүнө талкалап калсын. Мынтип айтканым. Ошондуктан бул жерде Соловей вылети лапасында интервьюны свободный деп коюп алалы. Айгерде жок, төрагалы айтып турсун десеңер, мен айтып турайын саман. Жок, анан Нурбектен сурасо жок деп качып кетсин. Может, бере беребиз баарыбыз. Интервью макул, бирок жана выездной заседание, встреча дегендерди анда согласование болчу. Мындай, айткыңар келсе айтасыңар, айткыңар келбесе машина тапап кете беребиз. Мен айтат элем, мен төрөп айтсыңдар. Эртең жолу ушу боюнча урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, мен жана сиздерге да бир ооз айтып кеттим эле. Биз бул жолу ушуну өткөн жумадан бери эле тургундар менен пландаштырып койгонбуз да. Эми бир аз планалып калды дейбиз сөзсүз элечи. Анан мындай жолу ушуп сүйлөшөбү. Алар да сунуш берген. Биз дагы комиссиянын курамына 3 өкүл болобу киргизели деген сунуш берген. Бул жок, мен деги айтып атам да. Анан эртең мен барбоо койсумда туура эмес болуп калат. Эми ал жерде мындай маалымат иретинде комиссия түзүлдү, мен айтам ушундай ушундай болуп атат. Анан жолугушуу болот комиссиянын мүчөлөрү менен деген мааниде да, сиздерден дагы алдыңыздардан өтүп айтып коеюн, өзү билердик болбосун, пландаштырылган жолугушуу болот да. Андан кийин, ал в рамках регламент иштейбиз ал жактачы. Анан мындай, бул 29 алар менен демалыш күнү жолугуш керек болот эми. Анан эми бул жерден мен жана сунуш бердим, бүгүнкү белгилейли, анын баардыгын алып мала уюштурабыз. Кийин акылдашабыз, же 5-июнду, а то кийинки демалыштарда жайында барыңар көлбөйөтүп калып мен алам. Ошондуктан же понедельник, а дача менен понедельник деле жолугушсак болот. Бир күнү дата аныктайбыз, баарыбыз клубун алабыз, айыл өкмөтүнө заданияны беребиз, губернаторго заданияны беребиз, айтабыз. Дача сууга барып айыл клубту даярдагыла, журналисттердин баарын алып барабыз. Транспорт уюштурасыңар, указда жазылып обеспечить транспортом деп. Эмеге алып барып туруп, дача сууга барабыз, эл менен жолугабыз, чоң актовый залда журналисттерди алып барабыз, суроо талаптарын угабыз, кайра келебиз, дальше иштеп кете беребиз. Анан бияка баарын чакырганда болот.
Такой бардак болуп кетет отурасыз. 23:00 канчада? Ушундай 23:00 саат 2:00. Тоо, 23:00 саат 2:00 кечке. Анан будьте активны. Запросторду мына WhatsApp-ка жөнөтүлөр. Барына эле эле WhatsApp группасына Запросторду барына эле жөнөтүлөр. Например, Динара формулировка кылды, эртең формулировка кылды, ал эле кийин жөнөтүлөр. Никому жок деген жок. Байке, сиз айтайын деп атасыз беле? WhatsApp-та группа жок. WhatsApp-та толку. Ал болсо, алда. Мен эле WhatsApp-тан эле. Ребята, послушайте, вы после малыматы бойынша улуу жылап где-то 30 фондун тегерегинде. Анан кийин биз айтып атпайбыз го, прокурор деп чакырабыз, анан тигини чакырабыз деп. Биринчи эле улуу жылдын ичинде мазмун карап чыгышыбыз керек да биз. Бизге бербейби? Жок. Эмне бербейби? Президенттин биринчи пакетабыз. Есть уголовный постановление закона. Есть указ. Биз биринчи папканы көрөлү. Жөнөтөйлү. Сенаторизация указа прошу предоставить течение 2 дней. Бул деланын мүмкүн процессуалдык состояниясын билишибиз керек. Ал прекращённо, приостановлено. Эмне? Ошону чакырып алып деп атпайбы? Ошо прокурор келип айтып берет. Жок, аны биринчи уголовный делонун содержаниясын МВД бул деланын башынан аягына чейин аларга алардын бүгүнкү позициясын билишибиз керек да. Биз азыр запрос жөнөтөбүз. Мына бүгүн эле, я сегодня азыр калып калып запроско жооп берип бүгүн жөнөтөбүз. До 23-го подготовиться. Они даже подготовятся, изучить эти 40 томов дела, правильно? И отвечать на наши вопросы. Барына жооп берет. Айтабыз, качан козголду эле, ким кылды эле. Анан эгерде кто-то из нас пожелает ознакомиться в отчую, ради бога, барып алып следственный кабинетке кирип алып, мен айтам, зурушуп айтам. Курманкул бир кабинетти өлүп бер, деланын баарын бер, маңдайына бир стажерң отурушпа, пускай сидит и штрафует менен. Анан кирип пускай айтып турасың. Ради бога. Анан уголовный деланы, 40 деланы кооже атып калган кир болсун. Жок, жок, эл кам кирдиден жок. Ал жактан информация алып алып биринчи позицияга кылабыз. Болду, мына Динара сунушу боюнча информацияны алабыз. Жок, бизге, мына бизге эки заседанияда бир прокурор ал жерде правоохранительный органдар байке мындай наблюдательский экиде бул жерге прокурор главный специалист келет 40 доманы бул жерде салып мен азыр жазам подготовиться будут острые вопросы это тебе лишь шалаймалай комиссия анан ал келип бул жерде включать этот 40 минут будет отвечать на наши удобные вопросы анан эгерде как раз таки даярданбай келиш керек потому что даярданбаса ал даярданылат эмне айтам эмне айтпайбы Назарбаевич бул комиссиянын түзгөндүн ошол өзөгү ошол уголовный иш менен таанышуу болуп атпайбы биздин журналисттердин болочоктун колу жетпеген нерсе эмне да ошол мен жана айтканым ошондо ошо тергөөдөгү иштер менен таанышалы биз ал жерге барып алып баракта отуруп көрөбүзбү же копиясын берип биз ошол 40 томбу 400 томбу баары менен таанышабыз ради бога бирок эми таанышыш үчүн биринчи хотя бы для начала главный лицосун чакырып алуу туура анан угуп бүткөндөн кийин бир датаны дайындап например эртең угуп бүткөндөн кийин айтабыз эми жолдош прокурор указда бар что вы саботируете там токтотуп койдуңар у вас есть недоверие бизде специалист баарыбыз барбайбыз да мен лично барбайм ким кызыкты болсо мына тимур барсын сиз барыңыз али барсын барып уголовный деланын баарын деген эми эреже эрежеде ошондой уголовный деланы бирөөнүн колуна бербейт да рукини деген мына карап отурасыңар как адвокат пускай знакомятся анан таанышып вот уголовный дело вот допрос единственное нельзя фиксировать его сөзгө тарткынга болбойт а так карап отурасыз силер баары менен таанышып анан бизге келип бизге айтасыңар мына биз таанышып келдик вы же люди мы просто вас без нотариуса верим жок мындай бул киши юридик алтаны кичине формулировкасын комиссияны этип койду да жок мындай да эгерде азыр ошол козголгон ишти бизге благодаря эмен жаптында барчы главный закрыт да либо комиссия арыз жазыш керек да ал жарыктын негизинде возобновить кылыш керек да ой андай жок сизда жокпайсызда айтып атпайбы 10 тонн анан 5 тонн бизсе бир көрсөткөн эмес да либо тарт нам либо жөн эле сиз айткандай эле информацияны берип коюп болду биз баягы постановление болуп прекращение берип коюп болду бүттү и биз өз ишибизди алып коебиз сен до конца уктуңбу понедельник күнү 23-үндө келип бизге отчет берет
Зачем азраламы все гереи жок, зачем? Не надо сейчас они. Ким келсе ошо келсе. Жок, ошо прокуратура ошол болуп жөнөтөт да. Ну, ближе дел, а то бирмейин, бирмейин. Меня я там не работала. А жерде мындай болот. Прокурорлор барганда баары айтат. Мен барбайм, мен барбайм баштап атат. Анан аягында крайний болот, ошо тергеген болот. Кайра жакшы ошо. Кийин кетер өчүнө ойлонсун. Анан ошо тергегенде айтат. Сен тергедин бе? Ну, ийди чөтүп стоишь. Анан ал келет да, анан айтат. Екінші пунктына главное прекращениянын копиясын алып келсин. Ага, окей. Все, остановление о прекращении уголовного дела. Хорошо. Алан, Асканович, слушайте, сиздин айтып атканыңыз азыр туура, колдойм. Бул жерде мен сунуш ретинде жана айтпадым бир топ мамлекеттик жергиликтүү органдарды, тиешелүү күч органдарды. Бизге азыр ошолордун баардыгы келип бул жерге 15 мүнөттөн презентация түрүндө маалымат берсе для общего обозрения и понимания ситуации. Эми, мисалы, Али Мырза, же Элнур Айым бир жакта, иликтөө жүргүзүшү мүмкүн да, товардын перемещение товаров, келиши, салыштырмалуу. Бирок биз бүтүндүктү, общую картину понять, нам нужна эта вся информация. Аэропорттон келет, тиги жактан айтып. И у нас уже будет общее понимание ситуации, общая картина будет. А детально, пожалуйста, сиз айтканда эле детально МВД барасыңарбы, прокуратура барасыңарбы, уже дальше кетерби. Но комиссиянын мүчөлөрүнө, анын ичинде мына журналисттер келип атат, общая картина очень важна. Ошону түшүнүп алышы керек болот. Эки саат отурабыз, прокурор менен таможня чакырат, калганына физически не успеете. Эмкиде прокурор менен таможня чакыралы. Аэропортту да чакырбыз. Эки саат. Прокурорго эле 2 саат. Анан алар сөйлөдү. Жана парламентте депутаттар сөзүндө бардык, 2 саат отурдук, хуже депутаттар. Бир сөздү 2 саат кайталашат экен, андай мындай да. Ошон үчүн бир идеально иштелчи. Эмкиде 2 саатка чакыралы, даже айталы. Таможня 1 саат кечиктесин, 3 саат кечиктесин, пока следует. Андан кийинкиде аэропортту, өкмөттү, Минфинди жанагы акча бөлүштүрүлгөн. Губернатор должен послушать. Конечно. Она гельген материал бардым мен 18 экземплярмен бармыга таратып турат. Бүттү. Турабы? 18ге бөлөсүңөр барына подросток таратып турасыңар. Подросток. Ну, пожалуйста, давайте мы я соглашусь с Маурамом, нам нужно сейчас утвердить повестку, получается, на следующее заседание 23-го, это утверждение регламента. Регламент делаем мы заранее, группа распространяет. Регламент включает в себя цели и задачи нашей группы, комиссии, принципы, организация работы, самое главное, этические принципы, потому что здесь несколько вопросов было связано. Мы утверждаем первый регламент, второй выслушиваем представителя Генеральной прокуратуры, третий выслушиваем представителя таможенной службы. Все. Но до этого мы ознакомливаемся, высылает секретариат, высылает ответы на запросы, которые мы отправили. И общественная комиссия. Около 20 запросов. Да, да. 20 запросов. Это по линии МИД. По линии МИД. Сразу МИД говорят, сразу запрос. По линии МИД они отправили Турции и Гонконг. И экинчиси, жана компания, это была китайская компания, Кытайга, что за компания, это же компания перелет Кытайга, запрос жөнөтөбүз таможняга, Эльнура айтканынча, вот этот рейс до сих пор летает, ТНП, Эльнура, сформулируешь, да, вот запрос, немесин. И она, отправим запрос, жогорку кеңеш, Эльнура Чекешевичтин тиги, немесин, белгилер, отправим запрос правительствога, Айбек, начальник управления контроля, чтобы они өкмөттүн полностью дачасы боюнча эмне документы, черновигине чейин берсиндер. Протоколы, голосование, вот, вот такую кипу, коробку салат вот, потрясаю. Я предлагаю четвертым вопросом, как раз о чем здесь говорили, разработать план работы, то есть уже более детально. Да, график и план работы, что мы должны, что уже будет понятно нам с презентацией Генпрокуратуры таможенной службы, что мы дальше делать.
Ну, то есть план работы у нас есть на четверг повестка. Я к тому, что хочу подтвердить. И в целом план работы на Еврокачевне Тюзенче, с учетом корректировки. Да. Она, жанага, экстренное заседание упаса, экстренное упаса, все, ал жанага, минуя того, информация в контроле, бүгін чоғылу атау, срочно деп чоғылу атау. Ну, добы, экстренный ролик ачек болады. Надо принять, надо запрос отправить. Білмей. По поводу вот озвучки информации, может быть, бирай да бир брифинг өткөртүрасызбы? Или бирай да бир брифинг өткөртүрөбү? Да, кандай десе. Каждый неделю оңгондо бардак болсо. Бирай да бир брифинг. Журналисттер келип турат. Жок, брифингдин өзүнүн мааниси бар да. Өзүнчө. Мы готовы, жанагы, комиссия дача суда атайын неме ачып, колонка или там что. И каждый немене айтсана, мы готовы помочь, то есть полностью включаются. Коомчулукка канчалык информация болуп кетти? 6 брифинг болот экен, анда өткөрүп коебуз. 6 брифинг өткөрүп коебуз. А брифинг өткөрүү это Да, брифингти ар бирине өткөрүлөт. Интервьюну каалагандар бергиле, я, например, против, чтобы брифинг өткөрүлө. А если считаете нужным, бергиле, да, да, ссылайтесь на решение комиссии. Хорошо? Есть деликатный вопрос, который пока рано говорит. Например, груз кимдики десе? Я, она где-то дает сайса полкутпесы. Она забывает его. Был, наверное, под кого-то, там, было начало. Ошондор был ваш учен, мы эчкинную фамилию с нас брать. Можно по регламенту еще один вопрос, который мы здесь не утвердили все вместе, это кворум, вопрос кворума. Если у нас в онлайн участие, кворум, при каком кворуме мы можем принимать решение? 50 плюс 1 или как? То есть участие может быть и онлайн, но имеется в виду 50 плюс 1 и 2 трети это решение принято. Просто для регламента. Сейчас давайте примем решение. Кворум 50 плюс 1, то есть на сколько человек? Да, кворум договора клубаю. Если мы онлайн. Логики нет. Если 2 трети здесь, почему онлайн меньше должно быть? Наоборот, легче же онлайн. 2 трети. Да, голосование 2 трети. 2 трети от присутствующих. Эркин говорит, 2 трети от присутствующих. Это более заявление же. Вот, например, в конце еще курса принимается 2 трети от присутствующих. А передавать? Не, а может сделать 2/3 вообще от общего, и это и будет этим кворумом. Если двух людей не будет, тогда... Одну норму введем и все. Да, то есть должно присутствовать. Анда 2/3, я еще усилю тогда. 2/3 это все. Нет, а у нас присутствующие, они передавать могут голос? Да, могут. Передача голоса. Могут. Я доверяю. Ну почему нельзя? Конечно. Я, Тимур, да? А почему передавать этот Мегамаху? Другому человеку. Да? Да. Может передавать, не может передавать. Мамаха, давай. Надо будет письменно, чтобы человек, давший доверенность, отвечал за свое. Как, а то бывает мгновенно, и башка хотела сказать, нет, это в любом случае быстро выяснится. Я скажу, я так. Я байки, а ведь жок Парламент уже надо. 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 Например, мои коллеги, мы, у нас примерно одинаковые. Да. Кворум, значит, 2/3 от присутствующих, да? Да. 2/3 от общего числа. От общего числа. От общего числа. Усиление легитимности от общего, да? Она, кворум легитимности, да, кворум легитимности тоже предлагает 2/3. Это карты получится. Простое большинство. Да, а то вы сейчас делаете. А то онлайн один, она реальный башка. Так, Азмат, сара задание. Через технарей узнай. Зум мум молов. Болсо, на. Бизерде командировка кеткендерле үчөө төртөлө калганбыз сыяктуу эле жүрөбүз. Кем бул Минтранс коммуникациялар. Да, точно. Кандай десиң? Самый один из. Кватачич, эми сиз бул жанагы коомчулуктун бизде кыргыз коомчулугунда эле мындай немебиз да. Демократия дегенде. Ансырандай жанагыны жүрөккө жакын кабыл алмакса, ал мен билем ал өтө оор, когда сен айтып туруп, тут же 35 киши ойлот. А когда еще косвенно болсо дагы сен мол болушуң керек деген бул неме да. Ошондуктан айтып атпаймын, Кубалыкбек Айылчиевичтин болгонуна кийин өзүңө айтасыңар. Баарыңар эми урус депутатына келип поверить мине. Азыркы ичиңерде кимдер бирөө ойлонуп атсаңар, зачем он? Кийин баарыңар келип руки ему пожать.
Рахмат бағыңыздарға, университеттарды сіз тұр айтып тұтасыз. Мен Қаулян да тұр айтып, Маралын жағы айтып, сенің екі ұрыма сұрыш болғында, бірінші шығы жақтығы ситуацияның жағы білген адамға тағы мақылдық бердіңді. Бері алып, бірақ мен үшін мен адам өйімді Маралын жағы. Тұра болды болған жағы болсы, мен алқайын жағы істедім. Шығы жердеге қайсы бір катастрофа болғаның еңке, бізге жардан беріштерін сындарға алып бардым. Мен өзім санимациятты, мен 100% білем, что менің бардығы таза келмеген. Бұл, сен оны сен айтқан мәселе тұрды, мен әдәдші. Анан кейін бүгін келбе қойшы болған жоқ, қаз шықты, кейін. Кешім сіледі, сіледі анайды сұрап шын болды. Мен сен айтқандай сұрады үсті есті дискуссиде. Сұрады үсті. Мен өте сіз мақыл жақсы ойын мақсаты менің алып болғанда. Жоқ, кәрісті. Анан шоғышты қалсақтай көріп, оның кәрісті баяғы неде рекрес болып қалшы мүмкін, анан ешқан әрбеде жоқ. Айны рахмат сарайым, сұрылар болса ма, тартында берер, анандай мәселе жоқ. Құңдар ойын шатшы беретін организация бар, алар береді, мәселе жоқ азын. Компенсация бойынша Пресный комиссия иштеген, ана алабыз, алабыз, кимден алышты мен айтам. Компенсацияны, ой, Хотайчик, финансовая помощь. Пресный комиссияны башлады ба? Абылғазин. Абылғазин башлады, не? А компенсация мәселесі кто раз? Компенсация мәселесі, мен сіздерге қырылшын айтып көрдетім, мұны бірінші, Маулен айтқан астатын товар бойынша, жаңа самолетті өрттөзін сақталып тұрған товар бар. Аның барды ол шол жерде де, есімді болса керек, сенде жүрдім ол, МВДО чатыс премия ол, ішіндегі спасателерді сыртқа шығарған емес. И ошол жерден алып шығарылған товардың барлығы следствиенің интересі деп тұр, арестовать етуші протоколды алып кетіскен, бұл ремді да. Запрос ұшол жаққа ұшып кетті. Жаңа телефон ұшып кетті. Ұшол жаққа ұшып кетті, следствиеді да, аның барлығы. Болған нәрсе. Ана компенсацияны бөліштіру бойынша, жаңағы Турцияның авиакомпаниясы жақсы қарсы төлеп берген. Ошол жердегі жауырқыған елдің адамдары сұранышы бойынша басқа белгілі емес үшін өлі. Алан бізді ошып отырғанда. Анан ал ақшаны бөліштіру мәселесінде алардың өздерінің комиссия іштеген. Наша судағылары. Оған мәселе бұл жүктелгенді алтпаймын демеке. Әкімшілігі жүктелген, бізді қолып шыққан әм адам. Бұл ошол жерде анық пострадавшилердің фонды бар. Өздері фонд ұсынан, ошол фонд істеген, ал жерде Бельгия деген елдің оның кірісуда мұғалім болшы, ошол басқарады ошол фондтан, ішінде ұсынан болды да, компенсация, ақша қайтып кетті, не олды, барлығын ұсынан айтып берші. Алар менден жақсы керек, барлығын ше. Анан кейін жолы ұшы ойын шығын. Өзің білесің, алар ал жердегі баяғы қиырадан 24 үйдің ішіндегі қазал болғандардың туғандарының барлығы аз ал жерде шығар. Алардың барлығы аның үйлерінің орнында мүмкінде парк бар. Ар жақтағы біз жолға тұрғандар ал жерден бүгінгі күнде ойбай қалған жашаушылары. Не пострадавшы, жашаушылушы дегенше. Костин не пострадавшы да, моральный жол осы жаңағындай психологический пострадавшы бар. Негізгі пострадавшылардың ма компенсация ал жерден көшіп кеткен. Орнында парк тұр. Шақырсақ, ошол орын жаққа шақырсақ болады ұшуларды тұрғандар. Олар азырап, олар рұқсат болып, ақша бойынша арасылық барғандай не болды, барлығын айтып берсіз да. Содан қанша ақша бөлінді ме? Қазір менің есімде жоқ, ал сұмасы банктан алсын, банктан запрос қылған. Себебі әрбіріне карточка ашылып, келген сумма сол құтырып келген. Свичтерді салыстырсақ шығып тұрады, аяқтан қанша келген, елге қанша келеді. Мәселе, мұндай ешқандай тұрмыс жоқ та, екі сағаттан бері талап жатқан мәселе бойынша. Үшінші мәселе мен турады ойлаймын, запрос түрпі сіз подписіңіз бермес керек. Запрос письменный меня. Армия резервная права у вас как-то, армия зачем? Минорганы чакрыларда болып,
Президенттік заседание жол болсо жок дегенде бир эки жолу болот. Себеби регламент боюнча 14 күн чейин жооп бергенге акысы бар. Биз просто чакырууларга өзүбүз жооп болуп отуруп калабыз да, келбейт. Жок, потому что они правы. Регламент тоже так мерт, да? Шол үчүн ошондой кылып пландайлы, эки эмес, андан эки отурумга биз мүмкүндө кабыл алышыбыз керек да, биз иш чарабыз да. Рахмат, дайым жүрсө чогуш деп калсак, эгилик каалайм. Чогуш десек эле эгилик каалайм. Анан бир жума бекинип алып, ар бириңер жанагындай кызбалар отурасыңар, кеп такка чыгып такка чыгып. Баарын көгөш, бумага сөз кетип, баарын ошосо. Турап, анда эки 23-үнө дедик да. 23 саат 2:00. Анда андан Кортегайчы чександын бир жөнү бар да, 14 күн алдын ала дагы башка органдарга да берип койбойлу. Анда азыр эле эмкиден мына генпрокуратура менен дедик. Туура. Рабочий порядок сиз Суптура. Ана мындай, мага ушул бергиле, мен рабочий моменттерди өзүм деметелей. Мен мисалы мен эртен келем дагы, кийинки график 4 күндөн кийин мага болот. Смотри, понедельник встречаемся, потом четверг. А четвергке мен МВД менен кимди чакырып коёюн? Аэропортто. Как раз. Я кватай, сиз менен акылдашып, сиздин эмне үчүн менен жардамыңыз керек деп отурам. Сиздин абдан көп жардамыңыз керек. Кимди чакырабыз, ким эле, кайсы шүмшүк барын билесиз. Баарын запрос кылып жөнөтөбүз. Армат, чындык, э? Завтра запрос отправим на вообще на 3 недели вперед. Бүт келсин. Окей? Макул, жаштырбай.